Современное искусство еще никогда не забиралось так далеко. Сегодня в Красноярске стартовал фестиваль «Территория Красноярск», который продлится всю эту неделю. В программе не только современные постановки со звездным списком актеров, но и свежие работы наших земляков. Зрители уже готовы принять лучшие красноярские сцены, ТЮЗ, театр оперы и балета, театр Пушкина и даже музейный центр «Площадь мира». Более подробно с программой можно познакомиться на сайте территория.фест.ру. Там же можно узнать расписание мастер-классов, которые организовали для театральных деятелей Сибири. Это необычный фестиваль, в нем не только спектакли, какие-то выставки, концерты, но и очень большая образовательная программа, федеральная, из зарубежных стран приезжают студенты. Это важнейшая часть фестиваля, которая, может быть, не так видна снаружи. Инициаторы и партнеры фестиваля, компания «Полюс», рассказывают, главная цель – дать толчок развитию современного искусства в Сибири, там, где размещены основные силы золотодобывающей промышленности. У нас большая часть наших предприятий – это вахта, и поэтому к нам летают со всей страны. Ну и мы решили показать, что, в общем, туда, куда прилетают эти 20 тысяч человек работать, на самом деле это, ну, если не центр России, наверное, ее суть. Есть такая в Москве шутка «Если жизнь за МКАДом». Так вот, «Полюс» радостно рассказывает, что не просто жизнь есть, а, наверное, на самом деле самая настоящая и реальная, она как раз там-то и происходит.